Йоу, искатели приключений! Снова с вами ваш проводник по самым диким уголкам Бахи. Готовы к новой порции безумия? Пристегните ремни, потому что сегодня мы отправляемся в путешествие, где нас ждут таинственные водопады, города-призраки и, кто знает, может быть даже встречи с дикой природой. Итак, народ, мы выезжаем из Ла-Паса и берем курс на Кабо-Сан-Лукас. Но стоп! Это было бы слишком просто. Мы же любим приключения, верно? Поэтому сворачиваем на дорогу Ларге, то есть это длинная дорога. А потом поворачиваем на указатели Сан-Блас, на неприметную такую дорогу. Знаете, ощущение такое, будто мы попали в фильм про постапокалипсис. Ни души вокруг. Но вот оно, волшебное место для парковки посреди нигде. Выходим, и, ребята, вы чувствуете это? Запах приключений и водопада. Встречайте, каскада Сан-Блас во всей красе. И знаете что? Здесь так пустынно, что орлы, кажется, удивлены нашему появлению не меньше, чем мы их. Но это еще не все. На обратном пути, народ, вы не поверите, что-то большое и пушистое решило поиграть с нами в прятки. Пума? Гиена? И эти на каникулах? Пишите в комментариях, что вы думаете. Лично я ставлю на чупакабру. После такого приключения нужно подкрепиться. И что может быть лучше, чем устроить пикник прямо на багажнике посреди города-призрака Эль Триунфа? Только пикник с готовой мексиканской едой из сорианы. Ребят, вы когда-нибудь обедали в компании коров? Нет? А мы вот да. Кажется, местные жители немного в шоке от нашего визита. А теперь внимание, мы нашли настоящее сокровище для любителей постапокалипсиса. Заброшенный дом на колесах. Заглядываем внутрь и... Вау, кажется, отсюда съехали буквально вчера или 100 лет назад. Вот плита. Духовочка. Вот здесь явно было место для отдыха. Короче, пиво тут разная фигня валяется. В общем, вот туалет. Вот, кстати, нашел такое же, только в хорошем состоянии. Давайте посмотрим, как он должен выглядеть. Вот, вот, все это мы видели, даже плита там, все на тех же местах стоит. 80 тысяч песо стоит, купили его только недавно. Ладно, хватит пыли, пора на пляж. Но не думайте, что все будет просто. Сначала нужно преодолеть коварные пески парковки. Спойлер, наша новая резина оказалась не такой уже и суперской. Короче, явно надо менять тачку, потому что она явно не предназначена для того, чтобы заехать в песок. Опять застряли, но пока что только начали застревать. Сейчас попробуем все-таки выехать отсюда. Что это колесо, что это уже тоже загрузы. Но вот мы на пляже и рыбалка. И знаете что? У нас, кажется, клюет. Встречайте, рыба фугу. Наверное, одна из самых тупейших рыб. Рыба-луна, рыба-ромб, рыба... Я не знаю, что это, но оно крутое. А теперь внимание, закат, от которого просто сносит крышу. Честно, я думал, такое бывает только в фотошопе. Новый день, новые приключения. План такой, доехать до Тодо-Сантос по берегу. Звучит просто, да? Ха, наивное. Первый сюрприз – дождь. Да-да, в пустыне. Второй сюрприз – песчаная дорога на 1,5 часа. Без людей, без интернета, только мы и огромная ферма посреди пустыни. Серьезно? Ну это ж Баха. Перегруз. И вот мы добрались до легендарного пляжа Серритос. Смотрим на серферов и... Ребят, я понял, почему я не серфер. Эти волны выглядят, как будто хотят нас съесть. Вот такие вот приключения, друзья. От таинственных водопадов до волн-убийц в Бахе скучать не приходится. Если вам понравилось наше безумное путешествие, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте написать в комментариях, что это было за животное в кустах. А в следующий раз, кто знает, может мы найдем затерянный город Майя в пустыне. В Бахе не такое бывает.